Дорогие земляки, приветствую вас. Как вы знаете, время сейчас достаточно сложное и дается нам нелегко. В народе ходит множество различных разговоров на тему необходимости самоизоляции, о вирусе, о том, что его значение преувеличено. Доходит до того, что вируса нет, так как нет среди наших знакомых заболевших. Но это не так. Считаю неправильным кого-то в чем-то убеждать или тем более переубеждать. Поэтому попрошу вас. Попрошу ответить на один вопрос. Вы действительно хотите, чтобы горе коснулось семей ваших друзей, знакомых или родственников? Чтобы вы лично удостоверились в том, что угроза серьезная? Как говорится, береженного Бог бережет. Поэтому, несмотря ни на какие трудности, я прошу вас оставаться дома.